Всем добрый день, друзья. Посмотрите, под яблонями что творится. Как будто снег большими хлопьями выпал или град. У нас тут дожди все лупят. 23 мая 2021 года. Ой, давно такого не было. Посмотрите, все в лепестках этих цветов. Смотрите. И наверху, конечно, еще всего хватает. Ой, сколько цветов. Ой-ой-ой. Ну вот, потихонечку начинает сбрасывать лепесточки цветов. Вон аж на этом все. На крыжовнике тоже, смотрите, эти белые лепестки. Цветет, цветет еще вовсю. Я думал, в прошлый раз пик. О, кого тут, посмотрите. О, смотрите, как по снегу иду, видите? Смотрите. О, сколько. Да, друзья, какой запах стоит. У нас все в тучах, видите, каких дождевых тучах. То уйдет, то опять придет. Ну такой ливень, то опять уйдет. Вот здесь тоже. Но здесь поменьше, так как здесь одна только яблоня здесь стоит справа на выезде. Ну вот, как мы и говорили, друзья. Продолжаем, продолжаем, продолжаем. Все продолжаем. Здесь тоже, смотрите, лепестки кругом. Вот эти листы. Мы сразу заказали на весь забор вокруг полностью. Да, друзья. Будет красиво. Много работы еще. Это все для забора. Еще раз покажу вам эти горы лепестков. Семочка тут, конечно, вместе с нами. Давай, жулик. Ой, белорусскую малину. А вот это вот ауксис. Сорт ауксис. Очень хорошая яблонька тоже, молоденькая. Вы представляете, друзья, мы в прошлом году только посадили. В прошлом году мы весной посадили. Мы в питомнике покупали. Ездили в специальный питомник. Называется Дымзас. Вот эту вот яблоньку. Вот она у нас буквально за сезон. Второй только пошел. Вымахала как. Ой. Как клубника цветет, смотрите. Мы ее много решили не садить в этом году. О, сколько. О. Это я маленький обзорчик делаю, что у нас сейчас в наших домиках, в саду творится возле домиков. Ну, естественно, конечно, как цветет сад в этом году. Я даже стабилизатор не стал брать. Видите, как красота. Вот, к слову, пришлось, друзья. Наташа посадила помидоры. Сегодня у нас 23 мая. На улицу, друзья. Видите, палочки, это от съемки. Потому что здесь съемка любитель ямки такие рыть и ложиться там. Ну, как и собаки обычно все. Вот. И она посадила 4 помидорины. А тут и мята здесь растет.
возле скамеечки, за скамейкой. Так что вот такие вот дела, друзья. 23 мая она посадила на улице помидоры. А вот у нас наш гербарий на террасе. 8 штук уже. 8. Я думаю, больше добавлять не будем, потому что вот здесь проходить. Тут и бабулька ходит, и сами здесь ныряем. Ну, естественно, и тот проход тоже мы не будем заделывать. Я думаю, хватит уже. Достаточно. Сейчас я с той стороны покажу. Вот этих мы купили. Пиралгоний. Вот здесь поставили. И вон там дальнюю. Напротив стола. Вот как бы так. Надо будет вечером, когда стемнеет, от этой лампы такая красота здесь. Эта терраска, прям живые цветы. Ой-ой-ой. Красиво. Пишите, друзья, комментарии, как вам наша терраса. Ну, эти цветы я имею в виду. Как мы ее благоустроили. Нравится вам? Пишите комментарии. Ставьте лайки. А также не забывайте подписываться на наш канал. Наш канал в Ютубе, так и называется. Мы живем в Латвии. Да, сейчас временно погоды нету. Никуда мы сейчас в данное время не едем. Потому что дожди идут. А по дождю снимать нет смысла. Вот эти пахнут медом, прям пчелиным медом. Забыл, как они называются, Наталья их все время покупает. Такой запах стоит. Ой. Ой. Пчелиными сотами. Прям чисто ними пахнет. Вот так вот, друзья. Всем доброго. До свидания, до следующих видео. А это, друзья, вечером я вышел. 10 часов вечера. Ну, включил лампу. Вот эту. И вот так вот выглядят у нас цветочки наши. Ну, они еще вырастут, больше будут свисать. Вот здесь тоже такие купили. Собаки там. Пиралгонии.
это петунии разных цветов, расцветок. Вот это вот розового цвета. Смотрите, какие бутоны уже свисают мощные. Сейчас я обойду. О, какие бутонищи. Сколько завязей, друзья. Ой, сколько, друзья. Сколько завязей. А это другого тоже. Это как бордовенькая такая тоже. Ой. Красивая будет. Вот она. Не забывайте подписываться на наш канал «Мы живем в Латвии». Ставьте лайки, пишите комментарии. Всего вам доброго, друзья!